Ой, ребят, пошел дождик, так прохладненько, ну супер-супер, такой спокойный летний дождик, но зато хотя бы прохладно. А слышите посторонние шумы? Я не знаю, то ли там котят, то ли... А, нет, что-то пилят, по-моему, пилят. Скорее всего, отпиливают вот эти вековые деревья. Вот, не знаю, службы или это. Вот, а я тем временем занялась обрезкой цветов. Ну, вот смотрите, вот здесь вот в горшке у дочери растет большой такой горшок. Здесь петунья. И вот эти красивящие, красивящие цветочки. Они мне очень-очень нравятся. Но, когда покупали, было все, конечно, зелено. Было все так в цветах. Была охапка цветов. Была огромная, значит, охапка цветов. Но сейчас они уже изрослись. Это месяца 2 или 3. И вот надо сделать обрезку. Вот, кстати, моя внучечка, посмотрите. Софочка. И вот наша собачка. А это наша собачка Оникс. Угу. И мы ей дали вареной кукурузы. Это он. И он ест ее, грызет. Правда, мы вообще-то кормим сухими кормами пока. Но вот он уже там все разгрыз, да? И все крывает собачку. Ну ничего. Выхлопаем. И, кстати, подписывайтесь на меня тоже. Вот. Да. Наконец-то у нас дождик пошел, а то так душно. Угу. Ну что, друзья, приступаем к обрезке. Я хочу вот просто, смотрите, здесь многие ветки, вот они внизу какие-то растут, снизу, они половина засохли, вот, видите, вот, все позасохло. Я просто хочу прорядить, посмотреть, может быть, какие-то укоротить. Ну, наверное, густота, конечно, пропадет. Особая такая красота, но что делать, что делать? Ну, так невозможно, иначе она вот-вот и полностью уже пропадет. Вот. А вот здесь еще дочка купила такой красивый коврик. Угу. И вот, видите, вот этот цветок, он вот весь вот так некрасивый уже. Нам пришлось вот так обстричь его. Да. Обстричь, потому что... Ну, потому что он тоже уже весь почти пропал. Да. Вот. И мы это все обрезаем. Так, ну ладно. Приступаю к стрижке. Ребят, показывать не буду. Вот просто сейчас я вам покажу, как он выглядит. Наверное, выглядит сейчас лучше, чем будет. Но надо его обработать. Или иначе он пропадет совсем. Угу. А Оникс у нас лабрадорчик. Да, вот наш лабрадорчик, короче, грызет кукурузку. Ладно, все, ребята, отвлеклась. Приступаю к обрезке. Буду обрезать. Вот так я прорядила. Конечно, все выглядит ужасно. Но я в такой надежде, что все-таки я немножечко укоротила. Вот смотрите, целый огромный горшок я настригла всякой ерунды. И здесь насвинячила. Я в такой надежде, что все-таки она закудрявится, разрастется. Очень много было пропавших таких, подгнивших, подпревших почему-то. Я вот их убирала, но не потому, что она пересохла, а потому, что, скорее всего, было много дождей, и оно как бы подгнило. Вот. Ну, не знаю, вот эти мне очень нравятся. Было, конечно, нереально красиво, но сейчас выглядит просто ужасно. Ну ладно, посмотрим, как говорится, или пан, или пропал. Посмотрим, что будет через недельки-две. А сейчас пока ставлю на свое место, вот на тот стол. И пусть она стоит, как раз дождик идет, поливается.